Спустя месяц введения безвизового режима для Польши, по данным Брестской пограничной группы, этой возможностью воспользовалось уже порядка тысячи человек. Причем статистика еженедельно растет. Если в первую неделю в нашу страну въехало не более 200 человек, то за прошлую неделю границу пересекло порядка 350 граждан Польши. Многие из граждан не скрывают того, что целью их является в первую очередь заправка топливом на белорусских АЗС. Однако вместе с тем достаточно большое количество туристов, которые наконец-то после пандемии получили возможность беспрепятственно приехать, посетить знакомых, родственников, которые здесь проживают. Так и есть. Если изначально гости из-за рубежа ехали в Беларусь в первую очередь заправить свой автомобиль, ибо топливо в нашей стране в два раза дешевле, то сегодня едут больше с туристической целью. Мне нравится Брест, потому что я знаю, как он. Есть где отдохнуть. И от 90-х лет строюсь самый Брест. И мне очень нравится Брест. Люди тут нормальные. Никаких там тега, ну просто... Нельзя сказать, что на пограничном переходе ни у кого не возникает проблем со въездом в нашу страну или выездом. Все-таки ситуация политическая сегодня сложная, поэтому и досмотр транспорта осуществляется очень внимательно с двух сторон. Поляки нас пропускали очень жестко, тяжело. И имею в виду, очень долго закрывается экспортная декларация, большая очередь. Но, в принципе, мы там выехали за 2 часа. Количество польских гостей растет. У некоторых в Беларуси дома, свой бизнес или родственники. Именно с таким пониманием и вводился безвизовый режим для польских граждан.